Турнир по смешанным боевым искусствам организовали на территории молодежно-досугового центра. По традиции, перед началом поединка все участники вышли на торжественное построение. Для спортсменов, а также зрителей, сыграл на дудуке представитель армянской диаспоры. Побороться за победу приехали 20 спортсменов из разных клубов Московской области. Возраст участников от 17 лет и старше. 10 поединков у нас запланировано формата 2 раунда по 5 минут с возможностью экстра-раунда 3 минуты. Что значит экстра-раунд? Это если судьи посчитают, что двух раундов было недостаточно для выявления победителя, они добавляют третий раунд, в котором они решат и выявят победителя. Всеволод Мелешков прибыл на турнир из Сергиева Посада. Смешанными единоборствами парень занимается недолго – 2 года. Сегодня его первый бой после длительного перерыва. К нему он готовился основательно. Тренировался как в клубе, так и дома. Упор я делал в основном на ударную технику. Борьба тоже нужна, но больше делал упор на ударную технику. Потому что знаю, что соперник мой самбист. Я думаю, что борцу только я противопоставить смогу ударную технику. То ли техника подвела, то ли соперник оказался сильнее. Но первый бой Всеволод проиграл. Поединок закончился на 3-й минуте первого раунда. Победу болевым приемом одерживает спортсмен из красного угла Алиев Шафин. В поединках принимают участие как дебютанты, так и профессионалы. Красивый и яркий бой показал спортсмен из Пушкина. Муса Сафаров проделал целый ряд ударов, захватов и бросков. За борьбой зрители следили, не отрываясь. Вытаскивай руку! Руку вытащи одну! Вытащи! Бей! В конце поединка Муса применил к сопернику один из сильнейших удушающих приемов – треугольник ногами. Это и принесло ему победу в бою. По воле Всевышнего больше всего тренера со мной поработали. Из-за тренеров, выиграл этот соревнование. Если они не были бы, я бы проигрывал бы. Ну а так, я сам люблю тренироваться и больше показываю хорошие результаты. Поддержать бойцов пришли более 200 зрителей, а также именитый гость Владимир Осия. Старший тренер молодежной сборной России по смешанным единоборствам высоко оценил подготовку спортсменов. Здесь не олимпийская система, здесь у каждого один соперник. То есть сделать что? Смешанные единоборства, они включают в себя всю технику, самую лучшую из разных видов единоборств. Естественно, задача победить досрочно. По итогам турнира всем участникам вручили медали и призы от спонсоров. Инга Лапикова, Александр Девкин, Степан Кузин, Пушкинское телевидение.